Прикамье объявлено штормовое предупреждение в связи с прохождением холодного фронта в регионе. Сегодня вечером и завтра утром ожидаются сильные дожди и ливни, грозы, крупный град, шквалистый ветер до 25-27 метров в секунду. Горожан просят не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, избегать парковки машин рядом с ненадежными конструкциями. По информации метеорологов, пик непогоды ожидается сегодня с 17 до 23 часов.